Всем привет, друзья! Сегодня состоялось открытие Lineage 2 Revolution. Все мы это ждали с нетерпением. Запуск был ночью, и, как вы понимаете, многие люди сегодня не спали. Но также при этом некоторые неопытные пользователи задаются вопросом, как установить игру, как использовать никнейм, которого мы забронировали в прошлом нашем видео. На самом деле все очень легко. Сегодня я покажу и расскажу вам, как все это делается. Давайте уже начнем. И, пожалуй, начнем с того, что в прошлом видео я использовал эмулятор Android Nox, но играть с него в линейку я вам не советую. Там просто ужасная графика, я не знаю, с чем это связано. Поэтому, если вы собираетесь играть с компьютера, то используйте BlueStacks. И для установки нам понадобится APK Puri, ссылка будет в описании. Устанавливаем эту программу, запускаем, и сразу же в новостях наша любимая игра. Если у вас нету такого, то через поиск введите Lineage и вы найдете. Нажимаем установить. Сразу скажу, что установка начинается не сразу, поэтому не надо паниковать. Дело в том, что данная программа использует встроенный VPN, и загрузка немного занимает времени, поэтому просто проявите терпение, пока начнется загрузка. После загрузки уже устанавливаем саму игру Lineage. Ждем, пока закончится. Вот, открываем. Сейчас у нас появится окно авторизации через Google Play. Вот. Проходим и нажимаем ОК. Далее просто выбираем свой сервер, так как это Twink, я ничего менять не буду. И нажимаем Tab to Start. Далее уже у нас начинается загрузка игровых файлов. Тут все строго зависит от скорости вашего интернета. Сама игра весит примерно гигабайт. Нажимаем ОК. Вот, почти закончилась наша загрузка. И тут такой вот сюрприз. Я не удалю эту часть видео, чтобы показать вам, почему мы выбрали именно Dion, а не Aten. Здесь просто очень много игроков, и чтобы попасть туда, надо ждать очередь. Чтобы не было таких вот проблем, просто выбирайте сервер Dion 01. Начнем уже нашу игру. Раньше я хотел играть за Хумана Хавка, но после изучения скиллов я понял, что это далеко не лучший выбор. И играть буду я, скорее всего, за Blade Dancer, за БД. Выбираем персонажа. Здесь выбираем прическу любую, неважно. И вводим наш никнейм. Нажимаем Create. И проблема многих игроков. О боже, что это такое? Что за авторизация? Тут просит у нас код. На самом деле все очень просто. Нам просто понадобится старая добрая программа VPN и сайт Lineage 2 Revolution. Как настроить программу, я рассказывал в прошлом видео, надеюсь, вы же все знаете. Открываем сайт Lineage 2 Revolution и через меню проходим в Check Reservation Event. Вот именно здесь и находится наш непонятный код. Просто запоминаем и вводим в игре. Нажимаем ОК, и вот он наш аккаунт. Сейчас можно спокойно играть. Это было небольшое такое видео по установке игры и по активации никнейма. Я немного займусь изучением и продолжу снимать серию видеогайдов, поэтому подпишитесь на канал, поставьте лайк. Всем спасибо за просмотр, всем удачи!